В общем, дедушка рассказал мне такую игру, что когда-то давным-давно в аду собрались семь подземных королей. И они выковали волшебный трезубец. Дедушка, ты можешь что-нибудь про этот трезубец добавить? Я не знаю. Пап, только не забирай! Зачем нужен был трезубец этим королям? Я не знаю. Возможно, что с помощью этих кизовцев они могли подчинять себе все царство. То есть все моя. Всех монстров. Да. Пап, отойди, пожалуйста. Это был трезубец подчинения. Что? Ты трезубец взял немного. Немножко взял уже? Да. Вот, и дедушка украл у королей трезубец. Бабушка, ты что? Ты дедушка или бабушка? Бабушка украла у них этот трезубец. А, бабушка украла трезубец. И отдала его тебе, да? Да, вот он такой вот трезубец. А была драчка с големами? Конечно, она их уничтожила, знаешь как? Покажи. Она как бы вот построила такой столб. Пока они не видели. И сбросила ТНТ на этих големов. И они уничтоженные были. Сейчас мы вам покажем, друзья, как бабушка это сделала. Вот смотрите. Итак, бабуля начала строить столб вот такой вот. Она построила столб. Дальше. Дальше. А трезубец не уничтожится? Я думаю, уничтожится. Тогда трезубец надо забрать, а потом уже ТНТ. Но они обрушивать. Меня шмаляют. Итак, бабушка прыгнула, пока они ничего не видели. И быстро зацепилась за крюк. Да какой крюк? Вот такой крюк. В Майнкрафте же может быть крюк. Она, короче, с модами играла. Короче, она вот так построила столб. Так. И взяла ТНТ. Так, она ищет ТНТ, сейчас она найдет, и она взяла ТНТ. Посмотрите, как это было прекрасно. Она начала ставить ТНТ, вот так вот, посмотрите, как она это делает. Подожди, сейчас я покажу ребятам. Вот так, ребята, смотрите, бабушка застроила все ТНТ. Короли ничего не подозревали, потому что они очень редко смотрели вверх. А вы, кстати, ребята, часто ли вы смотрите вверх? Конечно. Так, она уже почти достроила. Итак, она берет красный блок. Этот красный блок должен взорвать все это. Итак, ребята, на счет три. Значит, три, мы посмотрим, как бабушка, сейчас, секунду, отлечу немножко подальше, чтобы вы увидели. Итак, смотрим, как бабушка эпично уничтожила семь подземных королей, которые Итак, выковали волшебный трезубец. Раз, два, три, зажигайся все. О, жесть, бабушка просто наваляла, просто жестко уничтожила. Короли погибли. И никто не знал, как бабушка тогда думала. Ой-ой-ой. И короче, они взорвались. Просто взяли и взорвались. Бабушка думала, что никто не видел это ужасное преступление. Но на самом деле, кое-кто видел, что натворила бабушка. И об этом мы вам расскажем в следующей серии нашего фильма «Таинственный трезубец мобов». Всем пока, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И пишите, что вы хотите дальше, чтобы произошло. Боюся, давай-ка подписывайся на канал и ставь колокольчик, чтобы не пропустить все видео. И ставь лайк. Это под нашим видео. И подписывайся. Подписываться. А то не стояться.